ставим тут опалубку. Ага. Печку, в принципе, здесь выкопал, чернозем это выкопал, и все. Надо тоже хочется, чтобы и тебе не мешала печка грунт убирать, чтобы, знаешь, как бы все было... Не, ну тут я сейчас оттуда все... Своевременно, знаешь, что называется. Вот, ну, да, по ситуации. Да я думаю, что, Эдуард, тут как раз Макса пока неделю нет, мы это все в чувство и да приведем. Так, там у нас светлые тоже, да, есть. Ага. Рыжие трубы. Эдуард, слушай, а вот эти штуки, может нам аккуратненько так их заляпать, вот эти неровности, вот то, что бетон будешь разводить? Да, заляпать. Без фанатизма, так вот их, потому что мы там еще песком пересыпем. Заляпать, конечно. Вот так вот их, мастерком аккуратно. Вот так, пленку хоть подвину. Да? Да. Да. Ну, песок у меня будет еще засыпаться, вот так вот. Высота, 4 пленки, вот так вот. Угу. Ну да, 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 да. Чтобы огнем, чтобы да, 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 да. Буду спать. Рыжие трубы. Поменяли на рыжие трубы. И вот здесь тоже закопали рыжую трубу. Вот, ну а вот там на выходе уже пошла из септиков серая. Не стали уже здесь сильно выпендриваться. Вот тут на выходах всех и входах подбетонируем. Бетончика напихаем и вперед. Дренажная труба у нас пошла. Оп. Закопана. Ну и вот сюда выходит она у нас. Здесь она у нас уже вся идет перфорированная. И сюда будет влага уходить. Здесь малинник посадим. Красота. Так, печка стоит, ждет. Шифер надо срочно прятать на зимовку. Железо нужно вон доубрать. Сложить и тоже все это упаковывать в полиэтилен. И батут разбирать. Срочно разбирать батут.